Говорят, устами младенца глаголит истина. Хотите проверить? Да легко. Если бы я не приносил ему игрушки в том количестве, это было бы неправильно. Я люблю своего сына, а он любит игрушки. Почему нет? И вот его мнение о магазине «Орион». Мне два последних 5 лет и 3 года, это и месяца. Я каждый день на мое день рождения мне папа ездит в магазин «Орион» за игрушками. К слову о том, что он смотрит, естественно, YouTube. К слову о том, что он видит, Hot Wheels в большом количестве. Но по цене Hot Wheels от тамошнего я ему купил настоящие машинки здесь. Я сегодня смотрел на мамином компьютере Mixtel Max, а там были машинки всякие крутые. И там они говорили подписываться. Лучше подписываться на канал Алексея Чуейкина. И у них такие машинки не крутые, а папа мне покупает такие машинки. Как это ни странно звучит, но не всегда то, что он хотел, стоит дорого. А захотел немного. Я хотел себе купить такую игрушку. Она такая смешная и клевая. И она мне нравится. И она еще так светится. Я не думал, что она светится даже. Ну и раз мы в преддверии нового учебного года, то как же не о тех местах, мимо которых пройти невозможно? Когда я ходил в художку, мне нужны вот пластилин, карандаши, еще там мелки, краски. И еще альбом. Здесь вы приезжайте в магазин «Орион» и покупайте эти краски, и пластилин, и блокнот. А теперь про те вещи, которыми славится магазин «Орион». Машинки на электротяге. Абсолютно недорогие, по цене в 3-5 раз дешевле, чем где-либо. Когда я покупал здесь машинки, и в других магазинах они стоили космических денег. А здесь эти машинки подешевле. И мы сюда ездим их покупать сюда. И они... А вот они. И они такие уже клёвенькие. Даже такие. Вот здесь танки, мотоциклы, кабриолеты, квадроциклы и все такое. Даже в одном магазине нету таких машин, а в магазине «Айлоне» есть. Ну а как вы хотите? Все для детей. Если дети хотят ездить на велосипедах, то как же без них? Покупают у меня велосипеды. Здесь можно купить много-много велосипедов. 2 мальчиков, девочек и 2 таких малышей. Они, конечно, еще маленькие для меня, но когда я был маленьким, я на таких катался. А теперь у меня есть вот такие. И о спорте. Мячики для любого вида. Бадминтон и теннис. Ну круто. А если вы круче других, то? Вот 2 спорта есть. Скейтболты, самокаты и всякие другие. И еще пары принадлежности. Вот таких. В общем-то, это замечательно. И возвращаясь к школе, у вас дома вообще есть нормальный стул со столом, который растет, а здесь есть. Вот я, когда я хотел бы ходить в школу, но я еще хожу в гимназию, мне еще дают всякие задания. Если там был вот такой стул, такой столик, я на нем бы проще работал. Он даже приподнимается.
Это стульчики, два мальчика и два девочек. Вот этот с Человеком-пауком и с этими. И с Халком, я не знаю, это кто. И вот два девочки, я не знаю, это кто, но я не знаю. Но это два девочка, а это два мальчика в стульчике. Так что пацан сказал правду. Короче, нет, и дешевле тоже. Качеством своим он прибивает конкурентов и ценой тоже. Но самое главное, что магазин «Орион» дружит с телевидением и получает исключительный результат. Все о нем знают и понимают, что детство приносит удовольствие и взрослым тоже. Бывает, когда мне папа покупает эти крутые велосипеды, и они такие клевые и скоростные.